Итак, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами Макс, и вы смотрите гайд на Faceless Void, ну или просто Void, как его многие называют. Так, я надеюсь, со скиллами разобрались. Если вы не видели обзора на этого героя, то обязательно посмотрите, ссылку, наверное, размещу в описании, ну или можете просто найти на канале, там не так сложно, там не очень много видосов, вот. В последних, короче, увидите. Достаточно подробный там обзор получился, его способности, его особенностей. Вот, ну давайте приступим непосредственно к практике, так сказать, к применению этих способностей уже в процессе игры. Стоим мы тут с Линой. У них, судя по карте, Бристлбэк стоит соло, потому что я вижу, что там на топе трипла вроде бы как, если мне не мерещилось. Там было три крестика. Да, трипла там, тут Бристлбэк стоит. У меня немножко уже першит горло, я буду пить воды, воду, точнее, вы не обращайте внимания на это. Вот, качаем первым скиллом пассивочку баш. Ну, я баш качнул, чтобы нам чуть-чуть дамаг, на всякий случай, повысить. Если вдруг выпадет этот баш, то мы сможем зафармить крипа хорошо. Ой, даблкил делает Магина. Плохо. И он убивается силами света. Он умирает от сил света. Да-да-да. Его даже никто не убил, а просто силы света. Шикарно. Блин, ФБ отдавать Магине вообще не стоит, потому что он так же хардкэрри, как и Войд. И, блин, это два враждующих героя всю жизнь. Враждовали и будут враждовать. И не надо... Просто не хочется, чтобы Магин у них качался. Но я здесь стою практически на фрифарме. Да не практически, а на фрифарме. Никто мне не может помешать, потому что Бристлбэк-то навряд ли будет рыпаться на двух героев. Там, потому что со мной Лина, она может стан дать там в любой момент. То есть смысл ему терять драгоценное ХП там не на, просто впустую. Лина пока делает отводы, мы стоим вообще в соло. И нам капает очень хорошо экспа. И мы апаем уже третий левел, качаем второй скилл, вторую пассивочку, которая, в общем-то, позволяет нам уклоняться от атак. И третья пассивка пока что на один уровень, это баш. Ну, я, впрочем, про скиллы не буду сейчас говорить, потому что это все есть в обзоре. Блинк я пока не качаю, потому что смотрю, что здесь мне ничего не угрожает на лайне, потому что мы стоим вдвоем против одного Бристлбэка, он меня тут навряд ли убьет, если даже попытается. Ну а гангов здесь я смотрю тоже по карте, пока толком-то и как бы варды у нас есть, можно если что уйти. Если вардов не было, я бы, может быть, качнул блинк. Ну вот советую вам блинк качать примерно на пятом уровне, если вам позволяет ситуация. Если вас, конечно, там на лайне пуканят, там, блин, стоят какие-нибудь рубики, всякие антимаги с блинками, то да, конечно, вам обязательно нужно прокачать таймволк, он же прыжок, чтобы в нужный момент можно было уйти от ганга. Вот, а здесь нет, здесь незачем, мне ситуация позволяет, просто-напросто фармлю и все. И уклонение от крипов, там баши на крипов, дамаг повышается. Катапульту бы зафармить было бы шикарно. Ну, не получилось. Плоховато. Кстати, по итам билду, вот, я купил топорик. В самом начале не сказал, почему-то моргает Лина. Че, Лина моргала? Ага, значит, забирать надо. Бить его, бить! Ой, ну здесь это килл, да, он еще и разворачивается, все. Нет, пока выживает, танк хавает. Но он не уйдет, у меня нет блинка, ну, сейчас Лина, давай. Да, красава, Лина. Убиваем Бристлбэка, у нас есть рецепт Мидаса, будем качаться через Мидас, как вы уже поняли, вот блин, качнем на один левел, но я его привык называть блинк, многие его называют просто прыжок, я его называю блинк, у меня все, что телепортирует нас куда-то, это блинк, вообще все, так что вот, пока Бристлбэка нет, и тут много крипов достаточно, давайте побьем тавру чуть-чуть, куру сразу отправляем к себе, кто-то он ускорение прожал, добрый человек, ну стоим пока что хорошо, вот. Жалко, что не мы Бристлбэка убили, но все же нормально. Мы уже пятый левел, буквально три крипа нас разделяют до шестого левела. Нам говорят ломать тавр. Ну, нафиг. Зачем торопиться, ребят? Все свое время придет. Вот. Я пока фармлю достаточно хорошо, поэтому с таврою мы подождем. Лина опять там отводы делает? Или что она там делает? Вроде отвод не делала. Стаки, что ли, делает? Да, наверное, стаки, скорее всего.
Ну, нормально. Ой, баш вылетел по крипу, поэтому я его не зафармил. Вот, 6-й левел есть. Купол качаем сразу же при получении. Опять моргает кто? Лина, Лина, ты. Сейчас, подожди, крипа добью. Давай, все, начинаем. Ну, стан, 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 попади. Красава, попала. И купол нужно ставить так, чтобы Лину туда не запереть. Вот наперед, и все, переграждаем ему путь. И Лина тем самым его тоже может бить. Ой, спасибо, братишка, просто дала мне килл. Не стала добивать его. Красава. Мидас есть, сразу его надо заюзать. Есть, юзаем, юдас, хотел сказать. Юдас, юдас. Мидас юзанули. Вот так вот, в принципе, надо ставить купола. Я вам советую перед началом замеса всегда блинкаться сначала. Потому что, как бы, блинканулись к ним за спину и переградили путь отхода. И тем самым и наши бьют, их просто стоят недвижимых, и они никуда не денутся. Вот. Ну, хороший купол был. Ничего. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Нормально. Мы, главное, качаемся, это главное. Мидас на 6-й минуте есть, тапки тоже есть. Так, ты чё, дракон? Ой, дракон. Ой, ё-мо, какой дамаг-то там уже пошел. Ну, хоть у меня миссы спасают чуть-чуть. Но дамаг-то идет. Инвокер спасает, да. Кул снэп дал. Сейчас можно его забирать потихонечку. Ой, господи, да ты мог меня убить, брат. Ну, ты не стал этого делать и сам сдох. Мог бы хотя бы меня убить. Ну, неудачник. Фласку бы мне. О, аллилуйя, прям вот как вот слышал меня сам инвокер. Они меня понимают вообще. Отличная команда, по-моему, попалась. Инвокер дал мне фласку, хотя он не саппорт, но он добродушный человек и дал мне похилиться. Вот, и я опять на фул хп. Ничего мне не угрожает. Крипов подынаем здесь. Может, этого тоже задынаем. Блин, что-то встал. Что-то не получилось. Может, мискликнул. Не понял. Уходим. Так, ну, фармим. Фармим пока хорошо. Идем просто шикарно. 32 крипа и 7 задынаина. Вот, мидас проюзываем сразу. Ты опять на меня, что ли, дракон полез? Ну, тут Лина здесь за меня заступится. Ты чё? Это наша банда. А, говно. Опять катапульту не добил. Что-то на катапульту мне не везет. Так, ну вот, почти ПТ. Ой, Кларти дает Лина, спасибо. Братишки, вы просто чудо. Я не знаю. Вот, видите, еще, кстати, по поводу блинка. Вот если у вас вот тут вот вас опекают, очень хорошо, вам можно его и не качать. Ага, пуш гангать идет. По варду спалился. У нас варды стоят, это хорошо. По варду спалился пуш. Я, пожалуй, в лес зайду, потому что... Метеор дай хотя бы или что-нибудь, инвокер. Инвокер что тут? Инвокер на хосте идет гангать, топ. Я умирать не хочу, потому что Войду умирать на ранних стадиях игры просто категорически запрещено. Он хард кэрри, ему кровь из носа, надо жить. Спасибо, что живой. Войд, спасибо, что живой. Ну, потом еще скажут мне спасибо. О, все, Войд, ой, Войд, говорю, пуш уходит, мы по варду палим его. Вард на руне стоит, Бристлбэк куда-то уходит. Ой, красавчик, инвокер делает даблкил. Главное, что Магину убили. Это радует меня. Ой, спасибо, просто шикарная Лина. Не устаю ее расхваливать. Прям дает стану специально, чтобы я пофармил крипов. А зачем тебе эти бубны? Вот, собирайся в керри, там, Лотар, криты... Аджор что-нибудь, собери так, себе. Инвокер, видать, варит барабаны. Я не буду барабаны собирать, я просто собрал себе брайсер. А, ну понятно. Инвокер, значит, хочет барабаны собрать. Ну, блин, да, барабаны. Я тоже к барабанам не очень отношусь. Антимаг, что тут? Ой, гангай собрались. Ну во, нате вам купол, мары. Ульта, хорошо, забрали. Шикарно. Меня бы тут еще не убили. У меня там еще миссы есть, спасут. Нет, я тут выживу стопудово. Мы его тут можем даже убить. Я сразу в страхе купил ПТ, мало ли, может умру кто-нибудь еще, куканет или что. Ага, санстрайк мимо, но он мансует, смотрите, побежал вообще непредсказуемой траектории, короче. Ладно. Я за тобой не побегу, потому что у меня маны нет. На тайм-волк мне не хватит, он же прыжок. Да не-не-не. То есть смысл за тобой бежать просто. Сейчас этих крипов надо добить и валить домой, потому что опасненько становится здесь на лайне. Меня уже видите, антимаг пришел гангать. Но что-то неудачно, опять вот в купол их поставил, и Лина так хорошо сбоку их побила. Точнее не их, а чисто зафокусили, зафокусили, как правильно это будет.
антимага. Она ему утонула в рыло прямо. Прям-таки. Но Бристлбек умер, короче, его бар убило. Я смотрю на карту, бар бегает у них под фонтаном, и там опять зеленый. Кто? Антимаг. Ну нет, блядь, нельзя антимагу дал. О, черт. Ой, фак. Да, умер. Бар от рум от антимага. Антимаг делает киллы, это нехорошо. В принципе, я тоже тут просто так не стою. Я хотя бы не умирал еще ни разу. Тьфу-тьфу-тьфу. Надо не сглазить. Водиться. Пока фармим здесь. Сейчас мидас у нас откатится. 2 секунды. Маленького крипа схаваем, потому что нам голд нужнее, чем опыт. Вот. 1200. Что мы будем забирать, чтобы собрать вот такой, чтобы вот прямо четко в начале игры тащить? Ну, пока не будем тратить голду. Придет вдохновение, решу, что нам собирать. 180. Ой, здесь гангу и тайда. Пустой лайн я там, кстати, написал. Что там было, видать, Тайд пришел туда пофармить, его встретили. Не умереть бы мне нафиг, ну вот, таймволк юзануть надо, чтобы скорость атаки снизить кентаврику. Ну, кентаврик тут меня уже не убьет, да. Плюс миссы меня очень хорошо спасают. Прям микрорасчет был, что я не умру от этих крипов, хотя мог. Любой другой, но не я. Не, ты че, я царь Войда. Не, ребята, это не выпендрешь, это просто, это шутка. Нужно воспринимать это как шутку. Ну да, я неплохо играю, Войду. Но я не буду говорить, что я царь. Чтобы ветер ебанул или что-нибудь типа. Хилимся, хилимся. Нам надо фармить. И, кстати, насчет фарма. Вот я не люблю Войдов, вообще ненавижу, которые просто всю игру фармят в лесу и не помогают своей тиме. Вот рядом замес идет и никто не помогает. Точнее, Войд не помогает, а просто фармит. А потом, когда наших всех убивает, Войд врывается туда с куполом бесполезным уже. И еще и сам сливается. Вот это вообще, такие Войды меня раздражают. Здесь что, замес будет? Нет? Ой, замес на речке, вижу замес. Бристлбэк та... Ой, фак, меня тут хавает, пуш. Есть. Контакт. Блинкаться отсюда надо, может что-нибудь меня убить. Не, все, мне уже ничего не грозит. Трипл килл делает инвокер, и у меня там уже доминирующая серия. Или спри, я не понял. Киллинг спри или доминирующий, провтыкал. Испугался я, думал, что убьют. Прям вот не рассчитал я опять траекторию полета своего с помощью первого скилла. Потом чуть поближе взял и блинканулся достаточно успешно. Так, куру надо отправлять в тайную лавку. Покупать мне Demon Age. Я буду собирать МКБ, я решил. Я решил для себя, что я соберу МКБ. Ой, МКБ ой, это ой, сила. Уходим, уходим. МКБ поможет нам тащить. Ну, Demon Age уже тащит нам кура, повысит спасибо. Нам чуть-чуть дамага. И мы уже чуть-чуть побыстрее будем фармить. А фармить нам сейчас надо. Вот видите, я как бы фармлю, выйду, да купол поставлю там какой-нибудь решающий. Мы затащим замес, и я дальше фармлю. Вот так и надо делать. И, во-первых, мы из замеса выносим немного голды и опыта. Ой, испугался я. Баратрум побежал, я уж что-то вздрогнул аж. Вот, из замеса выносим и опыт, и голду. И потом в лес уходим со спокойной душой фармить, чтобы нас ни в чем не обвиняли. Мы будем вот так вот делать. Так и надо делать. Разор, ты там сдохнешь, кстати, смотри, там его со всех сторон обложили. Умрет, пацан. Ну да, все, умер. Ну я долго ждал от Зенибара. Да ладно. Тайдхантер там убил его. Надо ждать, пока тут этот респаунутся крипы, как-то я их быстро убил очень. 20 секунд еще до респаунта. Ну, зато здесь могу пофармить. У меня мидас плюс уже откат, надо быстрее его юзать, просто по КД юзать его на мелких крипов, потому что нам нужно голд, короче, а не опыт. Ой, инвокера убили. Инвокер труп. 200 хп у нас тоже немного, но мы еще пофармим, потому что я с таким хп могу горы свернуть. Пуч про хук опять показывает. Вот, блин, дали бы хилку, я бы помог, пошел на миде там чё как. Но я пошел фармить, потому что у меня хп нету, маны нету. Ой, урсы, не, я вас не буду бить. Пойду я отсюда.
Потому что Урса может в ладоши хлопнуть, и от Войда ничего не останется. Даже его миссы не спасут. Ну, Разор опять умер. И что-то написал криворукий даун. На кого это он так? ТП покупаем. Я сейчас пойду на мир. Чего смешного там было? Сейчас реально не специально было. Серию убийств совершает Тайдхантер, и он там, походу, стильнул фраг. Здесь пуш стоит, Рубик стоит. Я пришел к вам, ребят. Дайте хил, у кого есть. Надо. Я сейчас буду залетать, инициировать стопу дома. Спасибо. Тайдхантер там еще, может, поможет. Можем ворваться. Стоит, стоит, буду. Смотри. Таймволк! Сюрприз, мазафака! Ну, не очень прямой таймволк, но зато двух в купол закрыл, и наш все стоит просто долбит. Доми доминирует, в общем-то, Войд, то есть я. Ну и... Да, я заебался стилить. Тайдхантер, ну ты ё-моё вообще. Ладно, там не мой килл последний был, но мне, в принципе, все устраивает, чё. Замес, главное, прошел в нашу пользу, никто больше ульты не слил. Вроде бы один я только или нет. Или Тайдхантер просто... Я чё-то прав... Блин, слоупочу, капец. Не знаю, у меня мозги залипают во время замеса, я смотрю как-то куда-то вообще не в ту сторону, в которую надо. Ой, вас тут как китайцев. Вы чё это? У вас тут хард-пати, вот мне, видать, Лина сделала здесь дабл-спаун. Я на этом, короче, на этой точке спауна крипов первый раз фармлю. Еще не видел. Ну, спасибо тебе, братишка. Там уже петухи респанулись, наверное, снова. Хотя не факт, что петухи, потому что с лесом фикс тоже сделали. Теперь крипы вообще непредсказуемо респаунятся. Ну, тут пока лайн пустует, я могу пофармить. Бах. Ну, пока не очень весело, но зато мы фармим достаточно успешно. Блин, сколько там крипов? 87 уже, ё-моё. На 17 минуте 87 крипов. О, наконец-то первая катапульта, наверное. За всю мою игру. Что-то мне как-то с ними не везло. Пойду фармлю ли здесь лес еще. И потом пойду на респу, наверное, схожу после леса. У меня скоро уже будет МКБ. У меня чуть-чуть совсем осталось. Так, кто пишет мне тут? Привет, можно... Максим, я твой подписчик. Как ты сюда попал-то? Это дополнительный канал. Тут нет моих подписчиков. Как ты прорвался-то? Нашел же где-то пролезть. Я что-то не помню даже. Просто я на этом канале с подписчиками-то не играю. И смысл добавляться-то? Лина убивала Пуджа и потом умерла от антимага. МКБ. Тащим сразу курой. Мега-килл. Делает уже... Тайдхантер. Нормально. Идем пока нормально. Вот, МКБ. Сейчас дамаг уже есть. Причем микростаны. Наш, то есть, таймлок. Ну, он же и вот этот микробаш, так сказать, который на одну секунду оглушает. Стакается с МКБ. Ну, МКБ там вообще оглушение не, такое не очень. Но зато оно так как-то прерывает все используемые заклинания. Вот. И дамаг себе повышает. Хорошо. Плюс, да, если антимаг соберет бабочку, мы не будем по нему косить. Отлично. Уйдем, уйдем, инвокер. А пассивка наша член ложила на всякие МКБ. Она как была пассивкой, так и будет все промазывать по Войду, даже с МКБ. Хотя МКБ дает эффект типа непромазывания, ну... Войд это Войд, это очень нагибаторский перс. Его сделали прям очень сильным. И главное, не фиксят. Ну хотя им нужно прямые руки, чтобы им тащить вот так вот, допустим, качаться. На какой там 17-й минуте МКБ не каждый сможет, знаете ли. С мидасом плюс ПТ. Там инвокер он бродит, что-то смотрю. Вот мидас юзаем. Вообще прям секунду в секунду надо юзать мидас, ПКД буквально. Здесь уже урсы респанулись, сейчас урсу заберем. Можно сходить на респ. Пойду, пожалуй, на респ. Вот если бы мне там, когда я фармил ленчетов, дали хилку, я бы помог на миде. Ну, хотя наш справляется. Пуч кончился там, говорит он что-то.
Ну да, все в него всадили, что можно было. Ну, ё-моё, 4-0 у меня счет, 4-0-3. Да ладно, нормально. У меня еще дабл-клики делает мышка, вы не обращайте внимания, когда я вот так вот по 50 раз шоп открываю. Все далеко, да, я возьму. Это из-за мышки моей, она типа дабл-клик делает. Блинк у нас уже третьего левела. Пассивочки замакшонны. Купол второго левела. Живем пока прекрасно, по голду тоже идем, ничего так. Не могу прям шоп открывать, просто неудобно. И будем собирать Мьёльнир. У нас скорость атаки пока что не очень большая, надо ее компенсировать. Вот. Дамаг-то есть, в принципе. Но скорость атаки не очень. 20 секунд, короче, ДКД и Мидаса. Надо его скоро будет проюзывать. Вот, блинга замаксили. Ой, пучка вот жрет. Баратрума с момом. Бара с момом, да, это... Конечно, опасно, но здесь... Хотя Барри Мум-то и, в принципе, не противопоказан. Вот, а Войду Мум не думайте собирать вообще. Ну что ж, Пуч. Нет, Пуч убежал. Ну, жалко, жалко. Я хотел его убить. Так, Рошу, может, заберем, ребята, я поморгал тут. Что, осилим? Решайте сами. Давайте осилим. Так, Аджор у тебя есть? Ну, у тебя Аджор можно. Есть, ладно. Ну, я потанкую. Можно осилить, да. Сейчас так, Мидас юзаем. Двое тоже, помоги тогда. Сейчас помогу. Сейчас помогу, ребятки. Давайте, кто там танковать будет? Тайтхантер будет танковать? Хотя мы тут все, наверное. Кура сейчас мне принесет молоточек за 1600, который пойдет на Мейлшторм, а затем мы из Мейлшторма соберем Мьёльнир. Так, Бристлбэк. Стоит. Чё, я... А, он ушел, да? Из вида. Ой-ё, Пуч, 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 стой, стой, Пуч, придется купол на тебя тратить. Не хотел, ну ладно. Ну хотя можно было не тратить, да ладно, чё уж, я же не это, ну, не скряга какой-то, не жадный. Даже инвокер забрал Пуджа. Ща я помогу, ребят. Не ссыте. А я не понял, откуда Пуч-то вылез? То ли он из инвиза, что ли, нас не видел? Или как? Или просто такой какой-то радиус видимости плохой был в лесу. Ой, ну Рошу мы просто сбриваем. Вот мои еще МКБ дают. И моя пассивочка бьет его. Так, бери, я беру. Бери, ну все, я взял, не ссыте. Щиток продаем, короче, в этой лавочке. Кто не знает, кстати, можно вот... Там у Рошана есть такой уголок, который сотрудничает с лавкой, как бы контрабанда, туда можно продавать тоже вещи. Ну, многие, конечно, это уже знают, фишку эту. Ну вот, Мейлшторм у нас есть уже. Осталось купить гиперстон и рецепт для Мьёльнира уже самого. Мидас также юзаем, все как надо. Ой, даблкил делают, грёбаный... Разор. А разор-то для нас опасен, да, он нам как дамага насосет. И что мы без дамага делать будем? Дамаг это как бы основное, что есть у Войда. У Войда дамаг-то хороший. Так, надо тащить. Короче, тащим себе Мейлшторм. Вот, я говорю, у Войда дамаг хороший, а если он высосет, что мы будем делать? Мы и не убежим. Ни хрена. Надо залетать. Сюрприз, мазафака. Меня поднимает у шлепок. Ну, дамаг-то хороший, скоро там Курат прилетит. Вот она летит, родная. Мейлшторм уже скорости, ну, нормально у нас имеется. Пойду эншентов пофармлю. Создай лакрити к ВБКЮ. На рецепт на, у меня деньги есть, но я хочу сразу купить пока что этот, как его, гиперстон, а потом уже рецепт. И у меня есть еще Аегис, так что можно не бояться пока что и в каком-нибудь замесе отдаться. Антимаг здесь, антимаг, антимаг. Вот это блинк, дорогие друзья, вы смотрите, что происходит. О, это вин, это просто, я такого еще не видел, скрытого мастерства. Но он блинканулся просто царски. Он вроде как, а нет, сдох все-таки. Сдох, я думал, он блинканется. Вроде уже как бы руками размахивал. Ах, годлайк у Тайдхантера.
Вот, Мидасом убиваем последнего крипа. Я прям вот так оставил специально. Ну и прыгнул я зря, наверное. Вот тут надо тавру сбривать, пока никого нету. Они где-то там на миде, я вижу, кто пуш там ходит. Ну все. Не стало тавры. Есть у нас гиперстом. Я тут куру уже отправил, кстати, почему-то не сказал, что я куру отправил. Ну, вы должны сами все видеть. Я так иногда молчу, не комментирую. Это значит, я чем-то занят особенным. Ой, бару здесь гангают. Ну, ультани, бара! Ну, бара! Ну, что ж ты так? Ой, какой плювок болючий-то был от Тайтхантера. Я здесь пока добегу. О, сюрприз, мазафака, в который раз я вам говорю. Нет, нечего... Ах, твою мать, все-таки умер Тайтхантер. Не получилось у меня уж такой уж очень царский купол забажить. Но все-таки размен хороший. А, убили только Баратрума, а когда вот уже убили Тайтхантера, размен в 1-4 произошел. Разора зачем-то ветерок поднял. Инвокер, он тучку включает свою срань, он меня сосет, все. Насосет сейчас дамага себе. Нет, все. Скончался парень, я его просто тупо бегал, подсвечивал. Минус 224. Да, минус 224 единицы, минус 112 дамага. Ё-моё, у меня 8 дамага у меня сейчас от руки. Ну нифига Войт нафармил, мне пишет. Ну а что вы хотели, ребят? Хорошая тима, прямые руки дают о себе знать. Он у нас просто крутой. Ну спасибо, чуваки, прям вот. Прямо, прямо. Бальзам для души. Вот, ну мы пошли дальше фармить. Пока у нас купола нету. 30 секунд для купола. Надо Еги срать. Ребят. Я написал, надо Еги срать. Ну, в принципе, да, пора бы уже, потому что скоро он пропадет. Ну, как скоро? Так, относительно скоро. Ну, я думаю, я найду, где его всрать. Это не так уж трудно, знаете ли. Залетаешь в пятерых, и там уже всирается он. Раз. Урну, пожалуйста, мне. Ну, бара, ё-моё. Блядь. Чё ты такой? Промазал. Ладно, вы там пока на миде решайте. Ну, все, Рубик помер. Пуч тоже сдох. Что тут с вышкой? Может, с вышку снесем? О, так она тут нулевая вообще. Ну, все. Сейчас будет скидыщ. Скидыщ. Все, вышка упала. У меня опять 2200 голды. Имеется Мьёльнир уже, кстати, насколько вы, как вы заметили. Вот, и я на Эншент так сейчас еще пофармлю. И чтобы собирать мне такое, вот думаю, может БФ собрать. Ребят, наверное, БФ все-таки буду варить, потому что регенерация ХП вообще никчемная, регенерация маны тоже никчемная. И вот в куполе бы всех я вот долбил бы, просто долбил. И причем еще крипов пропушивать хорошо. Так, ну что, что? Да, наверное, БФ буду собирать, все, ладно. Если решил БФ, значит, будет БФ. Буду своему, своему внутреннему голосу прислушиваться. Так, где тут БФ? Вот, так, колечко, колечко, клеймор. И осталось только пуху за 1200 купить, и все у нас в шоколаде будет. Здесь замес опять. Сюрприз, одного только закрыл, да что такое, еще и пуш куканул. А, я не понял, а как я убил Бристлбека? Я что-то не вкурил немного. Ну вот, Аеги зато всрал. Я и хотел Аеги срать. И так все было задумано. Здесь бара врывается. Что, залетаем тоже? Залетаем. Так, убиваем. Убиваем, гадлайк. Даблкил, ну триплу дайте мне. Не хочешь триплу? Нет, я не пойду, ты у меня дамаг начнешь сосать. Злостный сосальщик. Я, пожалуй, от тебя тыпыхнусь подальше. И уйду. Ну вот, есть уже БФ. Надо только куро его притащить. Здесь за мной бегут упыри. Хотят забрать могущественного воина. Ну, не так просто все. Так, давай, давай, запрыгиваем. Таймволк. Таймволк. Ну, ну, тычка. Почему не попал-то? А, он у него дамаг-то весь высосал. Черт, я думал, его Тайхантер уже заберет. Не забрали мы гребаного разора. Скидыч, скидыч, ну давай, что? О, здорово, чувак, куку, ёпта, возвратился вовремя просто. До свидания, я ваш тетя. Магина, ты куда собрался? Ой, ультанул. Блин, он же вроде недавно ультовал. За мной тут хочет чувак вылететь, но я, пожалуй, тебя просто тпхнусь, не буду с тобой связываться.
Потому что там вас трое, может, убьют. Так, вот, БФ Кура притащила. Кура, БФ, БФ притащила. Во, урсы стоят, братья. Что-то БФ, походу, не сработал там разок. А, ну да, Мьёльнир же. А, нет, ну как, БФ-то это не орб. Чё, я туплю, БФ срабатывает всегда, это я так испугался. Я уже думал, что-то пофиксили опять. Бифе. Ух, как бодренько фармится-то с БФ и Мьёльниром. Там от БФ волна, да еще от Мьёльнира волна, это и электричество идет. И регенерация достаточно хорошая, 8,8. Вот меда сразу юзаем. Нету Рошана пока еще, да, ты прав, нету ее еще. 2000 опять голды, прям, ну, лопатой гребем, никуда она не уходит. Инфляции нет, кризиса нет. Все нормально, все в шоколаде. Главное сейчас не обосраться под конец игры. А то бывает так, что кто-то раскачивается на наших трупах и потом убивают нас. Потому что Тайдхантер убил антимага, у него там была годлайк, короче, была серия такая четкая. И он за него 1200 голды получил, или 300, или... Так, купол. Опять на одного антимага. Ну что такое, и Рубик тут как тут. Еще и пудж. Ну в жопу вас, чумошники. Все, я на вас обиделся. Я не пойду к вам больше купола ставить. Идите в жопу. Какие-то вы странные. Буду тоже ставить после замесов, как крутой. Там кристаллис собрал. Ой, ой, братишка, спасибо тебе за купол. Вот этот дамаг там по тебе проходит. Сейчас пудж еще, вот все. Holy shit, double kill. Мазафака. Идите пока войда бейте. Торнадо мне тут врыло прям, кто-то пустил. Я буду вышку сносить, чтобы она тут глаза не мозолила. Еще и вот этот барак снесу. Если повезет, то и второй снесу. Да, и почему повезет? Я его и снесу, и так. Где там кристаллис мой, ребят? О, криты прилетели, отлично. Все, второй барак тоже сейчас упадет. Ну в жопу тебя. Голду просто дают бешено. Спасибо, Лина, тебе, братишка, за фрифарм. Ой, опять начал у меня сосать. Сосать урон начал. Убить бы мне его. Все, тут я сдохну. Первая смерть. Хотел сказать, первый килл. Ты хороший керри мне написали. Так что все, заебись. ЗБСМ. Добрая пати какой-то. В доте редкость. Да, конечно. Ну вот, первый раз меня убили, наконец-таки, еще и Мажина. Опять Мажина забрала. Ну ё-моё, она там по-любому голды уже себе зафармила. За меня, за Тайдхантера только, и за меня, и за Тайдхантера, и за меня, и за Тайдхантера, и за меня. Ох, я уже устал от этого комментирования. Знаете, как долго запиливал этот обзор на Войда? Очень долго там пялился, не мог как бы так грамотно все вам рассказать. Это запинался часто, перезаписывал. Вот. Ну а гайд как-то так вот сам собой получается. Достаточно хорошо. 53-22 счет, но тут уже навряд ли они сравняют. Что-то на двух лайнах нет бараков. Я смотрю, там на топе еще бараки есть. Надо их сносить как-то. Устранять эту проблемку. И все, и убивать их. Да уж. Пуджа, конечно, закуп вообще. Фейзы, ботл, две перчатки, колечко и кварти. Так, наши опять на Роше. Хорош уже рисканулся. Ну, они тут его и без меня заберут спокойненько. Я уже тут, ребята. Я тут. Так, Мидас продать? Нет. Нет, хотя давайте я его еще юзану разок. Вот заберет. Дай, ты че, чуваки, гоните, что ли? Не, не надо. Забирайте. Ну, он бар забрал. Ну, отлично, пойдет. Так, Мидас я сейчас еще раз юзану и потом пойду покупать криты и продам Мидас, он мне, потому что сейчас уже не нужен. Скорость атаки у меня и так нормальная. Там мне 15 скорости атаки дает МКБ и бешеную скорость атаки дает Мьёльнир. Идем, мы рецепт покупаем. О, да к нам еще там голды-то хватит. Почти на байбек. Ну как, 7-7-7 голды? Нет, на байбек не хватит. Ну блин, скоро уже нафармим. Вот дамаг так дамаг.
138 плюс 258, плюс критический урон выскочит, который выскочить, который может, плюс может таймлок выскочить, башер, баш мой, и плюс от МКБ дамаг. Отлично просто, все дамажущее. Эй, меня подождите, чуваки, ну тут просто замес без меня. У меня купол есть. Я могу крикнуть сюрприз мазафака и залететь, и убить их всех. Всех до одного, вот разор был. Нифига себе, у разора там дамаг. Вот это разор карает. Да, там у разора дамаг-то вообще. Бах, ну, антимаг, говно. Ну, антимаг, да, я думал, он так, типа, крутой, предвидел это все дело. А он просто на братруму блинканулся. Убить его, чтоб... Так, я убью, пожалуй, этих крипов. И надо... Все, заканчивать с этими петухами надо. Они меня задолбали. Главное, что купола не вред тиме идут. Просто поставил купол, убил чувака. Все, доволен всем. Закуп есть. Минус 5 у них. А, нет, у них антимаг живой. Ой, Манта, да ты мастер маскировки. Ё-моё. Тебя прям не видно из этих трех копий. У меня же БФ есть, братишка. Ты что, забыл, что ли? ГГ пишет разор. Ну, это и понятно. 58-24 счет. Ну, и я, наверное, тут просто снесу их нафиг с Баратрумом. Ну-ка, Рубик. Ой, Рубик разгон своровал у Баратрума. И все, 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 все. Заканчиваем. Ребята, что там у меня по счету? 16 к 1 и 7 ассистов. Практически сухая, за исключением одной смерти. Такой нелепый, глуповатый. Чуть-чуть. Вот. Так, что хотел в завершении сказать. Вот такой вот получился гайд. По-моему, один из самых лучших моих гайдов. Скорее всего, ну, не то что лучших, а успешных. Вот, по закупу я бы вам еще советовал собрать дезолятор для снижения брони. И с дезолятором вы просто неимоверно будете им пробивать. Никто их вообще не вывезет. Ну... Блин, что сказал? Сказал херню и рад. В общем-то, вот такой вот гайд получился. Я надеюсь, вам понравился этот гайд. Всем пока, всем удачи, до скорого. Подписывайтесь на канал. Обязательно, не сказал этого самого главного. Все, с вами был Макс. Пока.